Подмосковные молодогвардейцы вернулись из Ростовской области, где помогали жителям Донбасса. Неделю 11 активистов разбирали гуманитарную помощь, готовили помещения для заселения беженцев, организовывали досуг детей, эвакуировали жителей Донецкой и Луганской народных республик. За 2 дня буквально мы обустроили всю площадку, все 3 пункта временной эвакуации. После этого мы принялись разгружать фуры с гуманитарной помощью. Благодаря этой поездке понял то, что время – это очень важный ресурс, и то, что его очень мало. Вот, и чтобы его было достаточно, надо его все время использовать и не тратить на какие-либо лишние моменты. Героев нашего времени, как было написано на плакатах на Казанском вокзале, встречали родные, друзья и руководитель Московского областного отделения МГЕР, депутат Государственной Думы Александр Толмачев. Я уверен, что они поделятся с каждым своей историей, расскажут то, что происходило непосредственно на передовой, и включатся активно в волонтерскую работу, которая будет уже вести здесь, на территории Московской области.